Пекин, 24 АЛК, Air Sport. Колумбийка Катрин Ибаргуэн одержала победу в тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Пекине. Ибаргуэн в финале в лучшей из попыток показала результат 14,9 метра. Серебро завоевала израильтянка Анна Князева-Миненко, 14,78, бронзу, олимпийская чемпионка Лондона Ольга Рыпакова, 14,77, из Казахстана. Россиянка Екатерина Конева с результатом 14,37 метра стала седьмой.